Всем здравствуйте! Всех рада приветствовать в прямом эфире. Сегодня у нас с вами презентация новой коллекции. Презентация коллекции Nude. Очень классная, очень такая интересная коллекция. Мы сегодня как раз сделаем обзор с вами. Мы о ней поговорим, мы ее посмотрим, мы ее выкрасим и даже с вами поработаем с дизайнами. Кто меня не знает, меня зовут Анастасия Челюбеева. Я рада вас приветствовать, с кем-то познакомиться, кого-то вновь увидеть. Всем здравствуйте, всех рада видеть. Так, переворачиваемся, не будем долго ждать. И начнем, потому что уже не терпится. Еще раз повторюсь, коллекция новая. Называется коллекция Nude. Это набор нюдовых, красивых, нежных, элегантных гель-лаков. Само название коллекции, я думаю, уже говорит само за себя. То есть это красивые бежевые оттенки, бежевые, бежево-коричневые, и все в таком стиле. Очень интересно, очень, я думаю, сейчас будет востребовано, потому что на самом деле у нас в линейке давно не хватает таких оттенков, и в будущий сезон осень-зима, я думаю, они будут мега популярны и мега актуальны. Наборчик гель-лаков Nude, коллекция Nude, она бывает 6 и 9 миллилитров. По оттеночкам я сейчас вам все расскажу и все покажу. Так, по-моему, у меня фильтр остался. Давайте выключим фильтр, чтобы мы максимально видели все оттенки. Всем здравствуйте, девочки! Так, ну что, коллекция стартует уже буквально завтра на сайте emyshop.ru. В магазинах уже ее можно приобрести. В магазине у нас на Халтуринском она уже есть в наличии. Коллекция Nude – это у нас 6 актуальных востребованных цветов. От светло-светло-бежевого до такого красивого, вкусного коричневого. Не темного, именно нюдового коричневого, но он очень интересный, очень такой аппетитный. Плюс, конечно же, это наклейки на ложки и сами ложечки. Мы сейчас в первую очередь с вами выкрасим эту коллекцию. Покажу в прямом эфире все 6 оттенков, которые есть в коллекции. И дальше мы с вами уже посмотрим, какие дизайны ей можно при помощи этой коллекции можно делать. Но здесь, конечно, девочки, здесь у нас абсолютно нет никаких тормозов, мы можем делать все, что нашей душе угодно. Стоимость 9-миллилитрового набора 3500, 3500, плюс, естественно, девочки, ваша скидка, если она есть. Если 6-миллилитров наборчик, то он стоит 2500. Давайте начнем по порядку. Коллекция очень красивая, на мой взгляд, сейчас самая-самая будет актуальная. Ну, летом, естественно, девочки, на самом деле лето. Так, хочу чуть-чуть приблизить камеру. Летом тоже очень много у нас клиентов, которые с удовольствием будут делать эти оттенки. Не все клиенты у нас любят яркость, не все клиенты любят у нас неон, поэтому летом тоже максимально много клиентов повторят, сделают эти цвета, эти оттенки и дизайны с такой коллекцией. 311 оттеночек. 311 это у нас чистое желание называется. Чистое желание оттенок. Здравствуйте, девочки, всем здравствуйте. Ну, не забываем, что пастельные нюдовые цвета, конечно, рекомендуется наносить в 2 слоя, девочки. Не забывайте, что такие оттенки в 1 слой, они могут быть прозрачноваты.
Можно постараться при желании, конечно, нанести, но только смотрите, чтобы у вас слой этот просыхал. Чтобы вы не нанесли это очень толстенько и, соответственно, чтобы все хорошо просохло. Нанесли и сушим. Я буду наносить по два слоя. По два слоя, чтобы было видно полностью красивый оттенок, чтобы его было, чтобы он был читаемый максимально, этот оттеночек. У вас очень красивый дизайн, какая длина ногтей. Девчонки, без понятия, какая у меня длина ногтей, честное слово, не знаю. Никогда не меряю, просто делаю на глаз, смотрю, какая мне длина нравится, такую и делаю. На самом деле, вот эти ногти для меня очень короткие, я убирала длину, мне нужно было протестировать гель, и я максимально убирала длину, поэтому для меня эта длина, это, ну, по факту, очень коротко, почти под ноль. Дальше, следующий оттенок, 312, это близость. Смотрите, какие названия, какие интересные ассоциации. Мне уже нравится. Даже название говорит за себя, то есть это все такое нежное, это все такое пастельное. Наносим второй оттеночек, 312. Так, ну тут ложечка немножко бракованная. Я ее сейчас подпилю, просто когда просушу цвет. И второй слой нанесу хорошо уже. Выкрасили и сушим. Один слой, конечно, прикольно, но в два слоя цвет раскроется у вас полностью. Давайте сначала выкрасим все по одному слою, и дальше я уже продублирую второй слой. 313. Выкрашиваем. Это у нас оттенок, сейчас скажу, как он называется. Это оттенок «Скрытое чувство». Напоминаю, что коллекция с завтрашнего дня будет доступна на сайте amyshop.ru. Ее уже можно приобрести в магазине. Кто очень хочет, уже она доступна в магазине. Такой серо-бежевый оттенок, очень интересный. Давно у нас не было, на самом деле, таких вот красивых нюдов. Потому что, как вы знаете, коллекции, конечно, они многие лимитированы. Коллекция выходит, потом ее снимают с производства, и многие коллекции, конечно, они уже, многие цвета, они, может быть, и были когда-то у нас похожи, но уже вышли. Опять-таки, не гарантирую, что были какие-то похожие оттенки, потому что стараемся всегда сделать что-то, чего еще не было. То есть все оттенки, они отличаются от тех, что были в коллекциях. Поэтому, скорее всего, оттенок может какой-то быть похож, но не один в один. Уже есть коллекция. Ну, вообще, я вам могу только позавидовать. На самом деле, я думаю, что и половина тех, кто у нас за экраном сейчас, тоже вам могут позавидовать, что у вас есть эта коллекция. Коллекция очень красивая и очень-очень нежная. Ну вот вы уже, у вас есть эта коллекция. Скажите ваше впечатление от этой коллекции. Вам понравились эти оттеночки? 314 – это у нас медленный вздох. Девочки, ну я не могу, название цветов просто шикарны. Они уже завораживают. Девочки, стоимость коллекции 6 мл 2500, 9 мл 3500. В наборах, конечно, всегда гель-лаки, всегда покупать выгоднее. Вот такой красивый. Уже темнее беж идет, чем предыдущие оттеночки. То есть с каждым цветом, конечно, у нас
цвета, оттенки становятся темнее, темнее, темнее. 315-й. Это у нас язык тела. Так, наклеиваем наклеечку. Очень люблю вот эти ложки и наклейки, потому что удобно клиентам предлагать выкраски, конечно, на ложках. Очень удобно сделать выкраску и в глянце, и в матовом цвете, в матовом топе, потому что на самом деле некоторые оттенки могут в мате отличаться. Поэтому удобно делать для клиентов выкраску и в глянце, и в матовом топе. Этот уже такой красивый, не знаю, цвет вкусной ириски. Цвета очень вкусные, девочки. Очень мне прям нравится. У меня на самом деле уже прям аж слюнки потекли. Смотрите, какой красивый оттеночек. Боже, представляете, на загар, как такие будут оттенки ложиться. Это просто фантастика. А дальше. Смотрите, очень красиво сейчас. Помните тренд, когда от ноготочка к ноготочку, да, на всей руке разные оттенки. Я думаю, сейчас это будет очень популярно и очень актуально, особенно вот с этими нюдовыми цветами. Это будет смотреться просто потрясающе. Ну и остался у нас 316-й. 316-й – это привязанность. 316-й. Affection. Нюд, он вне времени, девочки. Нюд, он актуален всегда. Как я уже сказала, не все клиенты летом делают яркие оттенки. Есть клиенты, которые делают, в принципе, круглогодично что-то нейтральное. Это бизнес-стиль, это брендовый маникюр. И эта коллекция, она будет актуальна даже летом. Эта коллекция, она вне времени идет. Поэтому нюд сейчас как раз к концу лета он наберет, только наберет обороты и будет на пике популярности. Сейчас, в принципе, везде только неон, и зачастую как раз-таки нюда не хватает. Потому что, ну, многие-многие клиенты просят. Я не знаю, как у вас, у меня есть клиенты, которые круглый год делают что-то нейтральное. И в массовости неонов, хотя неоны сейчас очень актуальны, очень популярны, и большинство, конечно, любит сейчас этот тренд, но вот тем клиентам, которые любят что-то нейтральное, не хватает чего-то вот прям такого нюдового. Это беспроигрышная классика. Классика, она всегда была, есть и будет. Классика, она всегда. Она вне времени. Так, давайте я сейчас уберу неровность типсика. И мы с вами выкрасим второй слой. Топом покрывать я буду, конечно же, позже. Просто хочу вам показать второй слой. Всю красоту цвета, потому что насыщенность второго слоя, конечно, она играет свою роль. Смотрите, как красиво, какой вкусный он. Он не белый, он такой кремовый, вот прям кремовый, красивый, шикарный оттенок. Вот просто шикарный. Когда выйдет такой зеленый, как у вас на ногтях? Девочки, я вас, может быть, удивлю.
Но зеленый, который у меня на ногтях, он у нас есть в коллекции. Это у нас неон, 52-й оттенок, это абсент. Он сейчас вышел в новом наборе Hit Neon, он присутствует, там очень много красивых, недавно был эфир по Hit Neon, там очень много, там собраны все яркие, самые актуальные оттенки, и он туда входит. Это абсент 052, поэтому этот оттенок есть у нас, в принципе, он никуда не исчезал. 312. Я не видела, девочки, вопрос про кисти во флаконе. Не видела, девочки, какой вопрос про кисти во флаконе. Кисти удобные, кисти, не знаю, мне нравится удобство кистей во флаконе. Так, это 312 оттеночек. Такой бежево-розовый интересный цвет. Ну, здесь у нас был вопрос с типсом. Аккуратно сейчас поправлю. Бежево-розовый, красивый-красивый цвет. Прям очень красивый, прям вкусненький. Он и не пенка, девочки, и в то же время и не бежевый. Такое вот что-то среднее. Что-то среднее. Вот смотрите, прям такой вкусный цвет. Девочки, кисти у нас давно уже все обновленные. Кисти уже давно выходят все обновленные. Удобство кистей сейчас мне нравится. Так, 313-й, второй слой. Все-таки в два слоя цвета намного, намного интересней. Намного. Они более насыщенные, более яркие, плотные. Хотя, в принципе, не могу сказать, что оттенок не плотный, он очень плотный. Но вот нюд и пастель, в два слоя смотрятся, конечно, намного интересней. Два тонких слоя, не нужно вам наносить толстые слои. Два тонких слоя, самое-самое то. Сделали. Сделали. Вот девочки тоже отвечают, да, кисти 6 миллилитров старые, 9 миллилитров флаконы новые. Кисти давно обновленные. Так, это 315 оттенок. Вкусно. Представляете, вот как брендовые маникюры будут смотреться на этой коллекции, да? Как вообще прям красота. И последний цвет, это у нас 316-й. 316-й. Очень вкусный такой. Он коричневый, но он холодный коричневый, девочки. Он не теплый коричневый. Так, сейчас уберу ворсиночку. Он не теплый, а вот такой с холодным подтоном коричневый. Прям интересный. Ворсинка, когда какая-нибудь пристанет. С холодным подтоном, такой прям классный, классный цвет. Все, мы сделали, выкрасили, сейчас подсохнет, я вам все покажу. Не по теме. Так, ну что, смотрите, покажу поближе. Последний цвет у нас высыхает.
Эти уже просохли. По порядку как раз вам выложила, чтобы вы увидели разницу оттеночков. По порядку вам выложила. Смотрите, очень-очень красиво. Очень красиво смотрятся все оттенки. Видите, они все разные, но при этом все интересные. Да, мне очень нравится, прям даже вот, прям все-все-все. Даже если сделать маникюр разными оттенками, будет очень интересно. Очень. Надо попробовать кому-нибудь из клиентов сделать и сфотографировать, выложить. Ну что, давайте пофантазируем немножечко с вами. Пофантазируем на тему этой коллекции. Сейчас я вам покажу оттеночки уже в дизайнах, и мы с вами с чем-нибудь поиграемся. Вот сейчас прям попробую один вариант дизайна, который мне безумно нравится уже достаточно давно. Как я уже говорила вам, сейчас я прикреплю варианты вам. Вариантов на самом деле много. Можно поработать и с бизнес-маникюром, можно что-нибудь поинтересней сделать в стиле современных дизайнов. То есть здесь ваша фантазия, она на самом деле безгранична. Смотрите, то есть от чего-то такого бизнес до каких-то градиентов, каких-то современных декораций, к этой коллекции подходит все, абсолютно все. Девочки, по поводу магазина в каком-либо регионе, пожалуйста, пишите в директ, и вам на все вопросы ответят. Так, девочки, 2 секунды. Девочки, прошу прощения, забыла типс взять. Да. По-моему, да. Так, ну что, давайте поработаем с чем-нибудь интересным. Последнее время мне очень нравятся дизайны на тему что-то эффект камня, вот такое. И этими цветами тоже можно делать очень интересные эффекты. Давайте что-нибудь как раз в этом духе с вами сейчас и сделаем. Так, нам для этого понадобится слайдер топ, какую-нибудь базу камуфлирующую можно взять. Очень интересно смотрятся оттенки. Ну, я сейчас возьму 249 оттенок. Очень интересно смотрятся молочные оттенки вот под таким эффектом. Классика смотрится очень элегантно, девочки. Оттенки все разные, но они все очень интересные. Все оттенки бесподобные просто. В принципе, в основном работаю именно базой камуфлирующей, но сейчас мне нет смысла наносить сюда базу, так как у нас типсы в любом случае, они сами по себе уже с арочкой идут, чтобы это не выглядело сильно толстенько и некрасиво, у нас с вами, я взяла просто 249 гель-лак, это Milk Style. Подсушиваем
И пока у нас сохнет цвет, давайте с вами сделаем как раз таки растекашечку. Мы возьмем оттенки посветлей и оттенки потемнее. Вспоминаем, как это делается. Капается один цвет. Капается какой-нибудь светлый оттеночек. Очень интересные получаются дизайны. Можно добавить какой-нибудь еще с блестками оттенок. Можно его не добавлять. Можно его потом добавить в конце. Пройтись просто, промазать. Можно добавить капельку черного. Тоже черный цвет, девочки, он может придать контрастность. Можно черный, можно коричневый взять, без разницы, какой вы оттенок возьмете, он дает такую контрастность цвету, прям интересно делает цвет. И в конце еще можно поиграться даже блестками. Наносим очень тонко слайдер топ, очень тоненько. Слайдер топ нам нужен именно для того, чтобы наш рисунок растекался, чтобы он тек, плыл. Чем он у вас будет лучше плыть, тем будет интересней эффект. Нам понадобится влажная салфетка. Мы тонкой кистью делаем рисунок. Сюда можно добавить холодный коричневый, можно добавить теплый коричневый. То есть здесь уже, в принципе, вы смотрите, что вам больше хочется. И вы набираете на кисть то, что получилось, и смотрите, какие интересные варианты можно делать. Смотрите, как классно получается. Излишки мы берем сбоку и аккуратно убираем салфеткой. Вот прям наклоняю ноготочек в бок, чтобы стекли излишки на салфетку. При этом у нас еще, девочки, с вами немножечко меняется рисунок, когда плывет цвет, когда мы его снимаем. У нас еще и рисунок меняться начинает красиво, он растягивается, он расплывается. То есть как раз вот это время нужно рисунку на то, чтобы красиво поплыть. В чем особенность таких дизайнов? Очень интересный получается эффект, и один дизайн не будет похож на другой никогда. Сушим. Сушим как обычно. Промежуточная просушка 30 секунд. Окончательно, конечно, одну минутку просушиваем. Глаз. Где вы там глаз увидели? Я не знаю, я не вижу здесь глаз. Вот такой эффект красиво получается. Если мы хотим что-то приклеить, то мы обезжириваем поверхность и сверху можем что-то приклеить. Мы даже этот вариант маникюра можем сделать в стиле бизнес-маникюра. Тоже будет красиво смотреться. То есть добавьте какие-нибудь сюда ремни. Ну вот, допустим, что-то вот такое. И почему мы не можем сделать вот этот вариант с растекашками, с эффектом камня? Почему мы не можем сделать его в стиле бизнес-маникюра? Можем, конечно, можем. И будет очень интересно смотреться. Давайте сейчас и проработаем его таким образом. Так, мне нужно, чтобы приклеить шармикон, либо перекрыть тупом текла сейчас все, либо просто обезжирить поверхность. Так как у меня здесь нет блесток, то я могу просто его обезжирить. Так, вот фокус. Дальше беру что-нибудь интересное, прикладываю за счет
чего мне нравятся шармиконы, их можно всегда примерить. Хотите что-то более спокойное, это пойдет серебро. Хотите поярче, это пойдет у нас с вами уже белый вариант ремня. Вырезаем нужный элемент. Вырезаем нужный нам элемент и приклеиваем. Вот мне захотелось сделать вариант с серебром. Ну, чтобы не мучиться на подложке, я вот таким образом вырезала его и просто второй верхний элемент отрежу и приклею обратно. Он мне еще пригодится. Мы экономные, и у нас ничего не пропадает. Поэтому смотрите, вот сюда мы обратно его прикрепили. Получился вот такой вариант. И дальше мы можем доработать это все с вами словами. Мы можем доработать... Так, фокус... Вот, поймали. Мы можем доработать с вами это все словами, мы можем доработать с вами какими-то еще декорациями, и будет просто красота. Давайте добавим сюда что-то из классических наших квадратов. Из классических квадратов тоже очень красивые декорации. И актуально всегда смотрятся в любом маникюре. Уже смотрите, какой эффект получается. Больше, думаю, нет смысла добавлять чего-то, потому что мне не хочется закрыть мой дизайн. И сверху закрываю все матовым топом. Очень красиво смотрятся такие дизайны под матовым топом. Очень красиво. Получается прям какой-то нереальный эффект. Закрыли матовым топом и просушиваем. Матовый топ у меня — это топ вельвет без остаточной липкости. Классный, очень классный матовый. Наносить его лучше средним. Девочки, то же самое, смотрите, по поводу излишков. Вы на руке как раз-таки также подходите вот сюда, аккуратненько. Та же влажная салфетка обычная. Подходите, вот так снимаете излишки. И подходите вот сюда, снимаете излишки. Не один раз сделала этот дизайн на клиентах. В принципе, это все удобно. Старайтесь просто на руках клиента не наносить это все близко к кутикуле, чтобы у вас не поплыло под кутикулу, то есть вы наносите рисунок где-то вот в этой части, в средней части ноготочка, и в принципе все будет очень хорошо сниматься, все будет очень хорошо корректироваться. С этим проблем нет. С салфеткой огонь. Так, смотрите, как красиво получилось, вообще прям очень интересный дизайн. И этот дизайн вы не повторите, девочки. Один в один не повторите. У вас, я имею в виду, сам рисунок дизайна. У вас каждый раз дизайн будет разный. И в этом вот как раз-таки весь сок этого дизайна, он эксклюзивный. Никогда не сделает никто один в один такой же дизайн, как у вас. То есть похожий, да. Один в один нет. Матовый топ можно протирать тоником для лица, можно чистить. Берете мыло жидкое, щеточку, ту же зубную щеточку, не сильно жесткую, и просто очищаете, все чистится очень хорошо. Матовый топ прозрачный, да. Ну вот, пожалуйста. Матовый топ прозрачный, ничего не оставляет, все. Все отлично легло, все отлично перекрылось. Давайте сделаем с вами еще вариант какой-нибудь дизайна.
Так. На самом деле, вот сесть, поймать волну вдохновения, и можно очень много сделать вариантов даже с одной коллекции, несмотря на то, что она коллекция вся в нюдовом стиле. Очень много можно сделать вариантов. Давайте возьмем какой-нибудь еще интересный цвет. Вот очень красивый вот этот цвет, который я говорила вам, не белый, но при этом достаточно светлый. Такие оттенки тоже сейчас очень популярны и очень-очень пользуются спросом. Давайте нанесем его на пол ноготочка и поиграем какими-то уже декорациями. Смотрите. Если вы хотите сделать отбивочку, то вы не выводите линию. Если отбивочки не будет у вас, значит, берете кисточку и выводите здесь, ну, без фанатизма, конечно, это гель-лак, выводите просто четкую линию. Это лучше, конечно, сделать уже тонкой кистью, помочь себе. Чуть-чуть поближе к себе поднесу, потому что неудобно под камерой. Если наносите в два слоя, второй слой, конечно, у вас все поправляет, все равняет. Нанесли и отправили в лампу. Девочки, у нас нет просто липкости у матового топа, поэтому его не нужно обезжиривать. Вы его достали с лампы, и он уже матовый. То есть вы не работаете, в принципе, с обезжиривателем поверх матового. Он сразу становится вот таким красивым бархатным. Эфир, конечно, мы сохраним без проблем. Мы стараемся всегда сохранять все эфиры. То же самое, если нам нужно с вами приклеить декорации, либо покрываем топом Теклас. На топ Теклас шикарно все клеится. Шармиконы вот просто, если вы приклеите и прижмете, вы их больше не снимете. Вот такой вариант. Я обычно покрываю топом Теклас, потому что здесь у нас идет перепад фактур, перепад цвета, и топ Теклас, он как раз этот перепад, переход выравнивает. Поэтому здесь я бы рекомендовала вам, конечно, нанести топ Теклас. Топ Теклас сушим одну минутку и приклеиваем любые декорации. Я имею в виду именно шармиконы, которые у нас идут на силиконовой основе, вот такие наклеечки, они очень хорошо клеятся на топ Теклас. Давайте возьмем что-то из как раз таки последних слов. И вот давайте возьмем вот такой яркий, красивый декор. Им можно, в принципе, дополнить даже нюдовый цвет, почему нет? Вы можете поработать им и вот в таком формате. Видите, какой яркий, красивый получается интересный дизайн. То есть вы можете добавить яркости даже на нюдовый оттенок. Давайте возьмем что-то такое яркое. И с этим вариантом поработаем. Приклеили. И теперь давайте дополним это все уже другими декорациями. Сюда нам хорошо подойдет. Давайте примерять. Вот прям примерять будем. В том-то и дело, что очень интересно то, что это все можно примерить на ноготочек. У вас прозрачная
подложка, которая позволяет выбрать дизайн, не отклеивая его. Так, вот так переверну свое слово. Хочу чуть-чуть ниже. Вот таким образом. И излишки потом аккуратненько либо ножничками убираете, либо вот так вот пилочкой с торца. Торец, конечно, в этом случае тщательно запечатываем. Если у вас декорации попадают на торец, мы убираем излишки и обязательно проходимся, запечатываем его. Ну и из этих, конечно, что-нибудь возьмем декораций и добавим. Так, давайте вот так поиграем. То есть здесь уже включили фантазию и пошли работать. Смотрите. И покрываем матовым топом. Очень интересный получился стильный дизайн. Даже с таким цветом, смотрите, можно добиться яркости, летней яркости дизайна. А предыдущий наш с вами вариант, который мы делали, эффект камня, добавьте туда какой-нибудь яркий, сочный, даже можно неоновый оттенок, и у вас тут же этот дизайн совершенно по-другому заиграет. Вот в этот дизайн добавьте яркую нотку какую-нибудь между цветами, влейте какой-нибудь неоновый розовый. И этот же самый дизайн у вас будет уже смотреться совершенно по-другому. Можно сверху задекорировать яркими эмпастами. То есть здесь на самом деле возможности наши настолько безграничны. Смотрите, вот еще вам вариант достаточно интересного дизайна с нюдовой коллекцией. Поэтому фантазируем, не боимся. Цвета просто огонь. Цвета вне времени. Оттенки, которые востребованы круглый год, востребованы всегда. Для бизнес-маникюра, для любых идей с яркими маникюрами. У нас, согласитесь, когда мы делаем что-то яркое, даже неоновое, нам в основном зачастую нужна какая-то более нейтральная подложка. То же самое. Используем нюдовую коллекцию, цвета просто бомбовские. Торец, конечно, всегда запечатываем топом, девочки, и базой запечатываем, и цветом запечатываем, и топом запечатываем, чтобы у нас все носилось долго от коррекции до коррекции. Вот такие варианты мы сегодня с вами рассматривали. Так что, кто будет работать с новой коллекцией, отмечайте, будем с удовольствием смотреть. Напоминаю, что нюдовая коллекция, новая коллекция. Так, давайте чуть-чуть удалим экран. Новая коллекция оттенков нюдовых, красивых, бесподобных оттенков. И купить, приобрести ее можно на amyshop.ru, либо в ближайшее время у ваших дистрибьюторов. Все, рада была всех видеть в эфире. До встречи в следующем эфире.